Всем привет! Друзья, сейчас лето, очень жарко и как-то неохота очень долго стоять у горячей плиты. Поэтому я вам сегодня покажу, как легко и быстро приготовить очень вкусные макароны. Напишите мне в комментариях, любите ли вы макароны и что вы думаете о таком рецепте. Не забываем ставить лайки и подписывайтесь на наш новый влоговый канал, который называется Пархоменко Лайф. Ссылку на канал я оставлю в описании под этим видео. Ну а теперь начинаем готовить! Для начала лук я разрезаю на две части. И лук нарезаю на вот такие вот кусочки. Помидоры черри нарезаю не слишком толстыми дольками. Копченую курицу нарезаю на средние по размеру кусочки. Я взяла глубокий сотейник, налила в него растительное масло. Масло у меня уже разогрелось. В сотейник я выкладываю подготовленный лук и буду его обжаривать до легкого золотистого цвета. Параллельно я уже варю макароны. К обжаренному луку добавляю подготовленные помидоры и все слегка обжарю. Помидоры с луком я обжаривала приблизительно 5 минут. Не нужно, чтобы помидоры были слишком мягкими. К овощам добавляю копченую курицу и все обжарю приблизительно 3-5 минут. В сотейник добавляю отварные макароны. Макароны отваривайте согласно инструкции на упаковке. Добавляю натертый на крупной терке сыр и нарезанный базилик и все перемешиваю. В конце добавляю соль, перец черный молотый. Это вы добавляете по своему вкусу. Все перемешаю и снимаю блюдо с огня. Блюдо обязательно нужно подавать в горячем виде и при подаче сверху блюда еще немножко присыпать натертым на мелкой терке сыром. Ну вот и все, 15-20 минут и вкуснейшее блюдо на завтрак, обед или ужин готово! Макароны в таком виде получаются изумительно вкусными! А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления блюда, и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!